Чем хорошо то, что мы пишем русский обед у Максима Павловича в доме с русской печью? А знаете чем? Тем, что вот здесь вокруг есть огород. В огороде растет вот это, и вот это, и даже вот это. Смешная морковка. А вот, кстати, чем она отличается? Это разные сорта репы. Вот ты знаешь, я уже говорил многократно, что путешественники, которые в Россию приезжали, ну, например, там, в 18 веке, вот было такое, насколько я помню, у Адама Олеария. Воспоминания, он в Архангельской области, ему подали репу разных видов, сортов, и сортов именно, разного цвета, разного размера, разной формы, вот корнеплоды. Он был удивлен этим разнообразием. Он попросил принести и даже отвез нам когда-то, значит, к себе на родину. А вот видишь, у нас самое популярное, конечно, на протяжении там, последних десятилетий сорт – это репа петровская. Вот она, собственно говоря, петровская. Это такой гибридный сорт. А петровская связана как-то с Петром Первым? Да сложно сказать. Я думаю, что нет. Я думаю, что больше… По поводу отношения Петра к репе я ничего не встречал никогда. Но есть воспоминания немецкого посланника, который во времена строительства Санкт-Петербурга, то есть, соответственно, там, в самом начале 18 века, описывал утро и завтрак Петра Алексеевича. И, среди прочего, значит, он пишет, что государь, встав в 5 утра, завтракал тертой редькой с маслом, куском ржаного хлеба и рюмкой водки. Здорово, неплохо. Я знаю, что твой, хотел сказать, протеже, как называется, твой подопечный, завтракал до обеда. Это правда? Это Гоголь? А, Николай Васильевич. Ну, бывало, да, он мог завтракать так, что завтрак растягивался до обеда. Причем отмечали, что он доставал непонятно откуда какие-то печеницы, там, конфетки, там, разные конфекты, как ну, тогда конфекты, говорили. Да, конфекты. И говорил, а попробуйте еще вот это, попробуйте вот это. Ух, хорошо, деваленки. Да, это воспоминания. Да, да. Вот это такой был завтрак с Гоголем. А, кстати, очень интересно, мне попался как-то автограф Петра Первого, единственный сохранившийся, да? Его рукой написанный, и текст такой: «Приезжай ко мне сюды». Знаете, как важно контролировать свои слова, мало ли как отзовется. Напишешь какую-нибудь ерунду, ересь, потом скажешь, вот все, что осталось от этого человека, Маша, я пошла за хлебом, и все заплачут. Максим Павлович, а почему мы, что мы с ней делаем-то, с этой репой? Чистим, да? А мы приготовим то, проще чего вообще ничего нет. Пареную репу. Знает. Вот, кстати, знает. У меня очень часто спрашивают, а вы готовили пареную репу? Ну, да, сейчас мы приготовим. Поклонники? Да. Или поклонницы. И те, и другие. Я, кстати, удивляюсь, очень много, ну, действительно, поклонников наших выпусков монастырской кухни. Кулинарных программ. Да. Ко мне на улице даже, прям вот просто в Москве подходили. Я была свидетелем в этом, в Осташкове, буквально на днях, когда мы оказались все вместе на рынке, закупали недостающие продукты, и Олег увидел палатку с надписью «Монастырская лавка», и там стояло молоко. Олег очень любит молоко, побежал в эту лавку, я пошла вместе с ним. И я ходила мимо этой лавки минут 5, не знала, что мне выбрать. И тут за спиной оказывается Олег, и женщина распахивает это окошко и кричит: «Я вас знаю! Да вы же живы!» И все. Ну, удивительно было бы, если бы в палатке, на которой написано «Монастырская лавка», не узнали бы ведущего монастырской кухни. Да, ну, вот. Но деньги все равно. Это целевая аудитория практически. Конечно. За молоко. Так что, а вот меня даже в палатках не узнают. Да, но это следующее. Да, а знаешь, почему меня не узнают, а тебя узнают? Потому что я на передаче «Монастырской кухни», я все время как бы такой, да, в сагбенном состоянии. А ты наклоняешься, знаешь, так подходишь и говоришь: «Здравствуйте, вы меня узнали?» А вот так. Это макушка. Не можно. В суете городской жизни забываешь, что можно вот так. Просто выйти за дверь и собрать в огороде овощей к обеду. Что морковка может быть и неправильной формы, зато сочной и вкусной. Что у репки есть съедобная ботва, которую тоже можно пустить в дело. И невольно вспоминаешь детство. Счастливое, беззаботное летнее время, когда бегал весь день, вместо обеда таскал с грядки у бабушки укроп, молодые колючие огурчики и пил воду прямо из колонки. И становится так хорошо и тепло на душе. Но что может быть важнее? Мы с тобой чистим репу. А что мы с ней будем делать? Как мы ее нарежем кусочками, сложим вот в этот чугунок, добавим туда морковь, добавим туда лук, добавим туда чеснок, зальем все это молоком. Это будет не совсем пареная репа. На самом деле, да, вот давайте так. Пареная репа – это совсем простая вещь. Это вот если бы мы корнеплоды вот эти порезали целиком, сложили бы в чугунок, залили бы водой, не полностью, а немножко, примерно наполовину уровня, и поставили бы именно париться. Не вариться, париться. А чем? Печь русская. Ну, на пару практически сварено получается, понимаешь? То есть, вот у нас, вот если мы берем, предположим, две репки, заливаем вот так водой. Угу. У нас доводится до кипения, они там кипят. Отваривается. Угу. Это варим. А вот если мы положим 2/3 чугунка и вот столечко воды, вода будет кипеть, и они будут париться в этом самом кипящих клубах пара. Это как говорят, что гречка готовится на пару фактически, да, если ты там ее заливаешь? Ну, тут я как раз... Ну, можно, конечно, на пару приготовить гречку. Ты, Алена, выбрала вершки. Да. Корешки. Я всегда, когда смотрел этот мультик... Сказка. Это сказка. Живем медведя. Да, и мне всегда ужасно было жалко медведя. Какой вредный мужик. Но потом они в конце вместе. А я, знаешь, всегда, знаешь, что переживала? Что, ну, в этот год он его обманул, и в следующий обманул. Но дальше жить тоже надо. Он же все знает. Максим Михайлович, к себе не приходили медведи резать репу? Я в прошлом году ехал вот здесь вот, совсем рядом, несколько километров отсюда. На машине по ночной, ну такой по сумеречной такой дороге. Поменяемся местами. В конце мая, наверное, такие были светлые ночи. И прямо передо мной, перед машиной, на дорогу выскочил медведь. Он, наверное, сытый сейчас, медведь. Ну, я не знаю, сколько он был сытый, я не проверял. Но из машины не вылезал. Нет, в мае он был голодный, я думаю. Сейчас сытый. Вот, не хотелось мне это проверять, ну, в общем, так или иначе. Но это очень хорошо, потому что здесь, одно время здесь было очень много медведей. Это вообще спокойно веков здесь всегда было много медведей. Но почему-то где-то в 80-х, 90-х годах их стало просто катастрофически мало. И сейчас снова стало много. Здорово. Мне это нравится. Нет, мне тоже это нравится. Я нисколько не против соседства такого. Максим Павлович, а вот смотри, я знаю, что когда мы чистим свеклу, то мы используем ботву. А вот, например, Можно. Использовать единственное, что вот эти самые насекомые, которые очень любят грызть, которые сделали ажурные листы. Растения семейства крестоцветных. То есть вот капустные листы. Это да, это гусеницы. Они, к сожалению, я не хочу с ними бороться. Я сторонник так называемого органического земледелия. Знаете, вот, то есть никакой химии я не употребляю. Ну, во всяком случае, стараюсь не употреблять особо. То есть вот из этого мы ничего готовить не будем, потому что они уже гусеницы. Гусеницы, да. Я вообще сторонник такого органического, то, что называется, земледелия таких. Современное такое новое модное слово. Со словосочетание, да. То есть, если ты не занимаешься своим огородом, это органическое земледелие. Нет, ну иногда пропало, бывает. Бывает, иногда пропало. Но химию я стараюсь не применять. Мне хочется понять, чем же все-таки, например, та же петровская репа отличается от гибрида. Нет, ничего проще. Давай вот сделаем вот что. Я сейчас порежу репку. Можно блюдечко какой-нибудь. Я сейчас порежу репку. Спасибо, Лен. Сметанка еще. Смотри, она тебе даже сметанку сразу передала. И со сметанкой. Спасибо. Мы ее попробуем. Но, учитывая то, что она с грядки вот буквально час назад сорвана. Что, можно брать? Ну, я не успела спросить. Да, но я хотел ее еще больше порезать. Вот так, например. Так, это какая? Это петровская? Это петровская, да. Это петровская, она очень сладкая. И репа, которая с грядки, каким-то чудесным образом, она совершенно не горчит. Да нет, конечно, совсем не горчит. Я всегда не любила репу именно вот за это послевкусие. Какое вот такое... Нет, ну, конечно, если она всю зиму пережила где-то, то она может и погорчить. А так нет, конечно. Ну вот смотрите, вот самый простой такой, ну вот незамысловатая закусочка. Солю ее. Можно руками немножко помять, но сейчас не буду этого делать. И добавляю сметану. А, то есть это прям для нас? Да. Закуска от шефа. Комплимент, знаете, как бывает перед основным блюдом. Сидишь такой, скучаешь, и вдруг раз тебе вносит что-нибудь такое. Комплимент от шефа. Репка. Вкусно, правда? Вот это очень вкусно. Вот вторая, которая не петровская. Гибрид. А мне петровская очень понравилась. Это такая более водянистая. Гибрид более сочный и сладкий. Вот вы знаете, что вот такая вот репа, как у нас, она не очень распространена, скажем, в европейских странах. Зато там есть рутабага, которая хоть и другой... Рутабага называется. Ну, по сути, это очень похоже на репу корнеплод, но он все-таки немножко другой. Как доменное имя звучит, знаешь, только табагару. Прямо сейчас нам это можно есть? Конечно, нужно. Вообще говорят, что репа очень полезная. Кстати, по поводу репы и Николая Васильевича Гоголя. Ты знаешь, что, помнишь, у Гоголя в «Мертвых душах» есть такая очень интересная фраза. Когда Чичиков, Гоголь разъясняет, что не сложилось у Чичикова во время службы на таможне, он пишет, что, помимо всего прочего, случилась у него тогда война с каким-то сослуживцем по поводу, извините, с песни слов не выкинешь, Гоголь пишет по поводу одной бабенки, румяной и крепкой, как молодая репка, пишет. То есть вот такое даже сравнение было, да? Если любимый человек сравнивает вас с репкой, это комплимент. Не стыдитесь, это классическое сравнение уже сейчас, можно сказать, оно прозвучало у классика. Вообще, Николай Васильевич Гоголь очень увлекался ботаникой. Ты скажешь, барышнями? Барышнями вполне возможно, что и барышнями, мы просто об этом не знаем. Он был скроен. Есть те, кто писал дневники и обо всем нам рассказывал специально, и письма хранили для того, чтобы мы все это читали. Я вот всегда задумался, корректно читаем чужие письма, изучаем. На самом деле, да, потому что они их специально для этого и оставляли. Ну, смотря какие письма, потому что некоторые пушкинские, например, письма, понятно, что... Нет, ну, конечно, какие-то кто-то хранил, кому-то присылали. Да, детям не прочитаешь. Но это все было в рамках... Что нисколько не умаляет величину, да, Пушкина. Абсолютно. Вот, а Николай Васильевич просто не распространялся, поэтому мы можем, у нас версий очень много, и предполагать мы можем разное. Но вот про ботанику. Даже как-то сохранился забавный такой эпизод из жизни Гоголя, как он учил садовника сажать деревья, как правильно вообще устраивать сады. Это было, когда он учился в Нежинской гимназии. И он сказал, ну как ты сажаешь, вот вымеряешь там чего-то по линеечке, там сколько определенные там отступать от одного дерева. А вот надо как, природа все уже за нас придумала. Надо зачерпнуть в горсть камней. Вот куда камень упал, кинуть их, куда камень упал, там и сажать дерево. Интересно. То есть, я полагаю, Николай Васильевич был любитель таких английских садов, что называется. Да, садов камней. А я знаешь, о чем подумала в связи с этим? Когда мы с тобой стали упоминать письма, в которых кто что писал, можно ли сказать, что сейчас, например, те же самые социальные сети – это аналог писем, например? Конечно, конечно. Я абсолютно уверен в этом. Я могу даже, я очень частенько цитирую такой, как-то меня очень удививший эпизод, буквально два предложения, из дневников Анны Петровны Керм. Ну, известная особа, которую Пушкин посвятил... Раз уж Пушкина вспомнили, да? Да, я помню, «Чудное мгновение» было посвящено Анне Петровне. Кстати, вот она здесь, на Тверской земле, похоронена. Меня-то как раз очень порадовало то, что в дневниках Анны Петровны Керм я наткнулся на упоминание снитка. Вот той самой мелкой рыбки. Она пишет, что закончился запас снитка, надо бы послать в Псков кого-нибудь за свежим снитком. Вот для нее это было важно. Но сами вот эти письма, дневники Анны Петровны Керн, они на самом деле настолько вот такие какие-то... понятно, что это вот такая вот блогерша. Классно. Ну, да, конечно, почему? Помните, как Пушкин писал? Вот эти все альбомы, вот эти... Помните, как у Пушкина... уездных барышень альбом, над которым он смеется, так сказать, там, да, что... Своими нелепостями всякими, абсолютно, да, что, вот это тот самый блок, вот если посмотреть какие-то там барышни современные. А знаете, как было принято? Еще многие писатели брали уже исписанные тетради, то есть кто-то уже из их друзей начинал эту тетрадь, там писал свои заметки, они туда добавляли свои, то есть и даже вот такое еще было тогда... как бы в моде. Да, и как у Пушкина тоже в «Евгении Онегине». что на последней странице обязательно писалось: кто любит более тебя, пусть пишет далее меня. Я добавляю репчатый лук. Тоже с огорода. Спасибо большое за салат, это было хорошо. Извини, пожалуйста, я, наверное, все съела. Прекрасно. Кстати, ничего. Если бы мы туда таким же образом бы... Мне не нравится, когда это называется салатом. Ну, давайте так сказать, салат, слово французское. Здесь немножко и салат все-таки подразумевает присутствие салата. То есть, собственно говоря, листьев салата, если уж так говорить. А это такая вот закусочка. Знаете, как есть такое слово хорошее в русском языке? Заедка было. Вот. Заедка. 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 Просто слово заеда, это, знаешь, когда вот в губах, губа но заедки, да? В словарях, да. В старых словарях, например, у того же Даля, заедка – это вот некий такой перекус на скорую руку. Вот. И это как раз куда проще. Выдернул репку, там, помыл ее, почистил, покрошил сметанкой и все. Вот тебе прекрасная заедка была у нас. В церковном лексиконе осталась запивка. Запивка, да, после причастия. После причастия, да, конечно. Ну, давайте, вот пока мы так все прекрасно говорили про блогеров 19 века, 18 даже конца. Смотрите, у нас морковка нарезанная крупно, репка нарезанная крупно, лук нарезанный крупно, чесночок. Да. Ведь чесночок я добавлю в конце в самом, а сейчас я сделаю вот такую вот вещь. Я подсолю это все и залью молоком. Молоко мы берем любое? Молоко мы берем любое, ну лучше, конечно, домашнее, хорошее. Я не все молоко выливаю. Остальное мы запьем. Я выливаю, нет, мы ничего запивать не будем. Я вот это остатки я размешаю ложку, ну такую небольшую ложку ржаной муки. Ух ты! Подожди, это получается такое легкое блинное тесто? Нет, это не блинное тесто, но это для такого, для загущения. Для загущения, да. То есть то, что мы сейчас берем крахмал, это, в принципе, вот та же самая... Ну, я не беру крахмал, вот лучше все-таки, ну, муку пассерованную, но здесь ржаная мука, которую не надо пассеровать для этого, тем более в русской печке она у нас и так будет прекрасно выглядеть. У нас овощи должны быть покрыты молоком? Нет. Нет. Не полностью. Это же все не полностью. То есть то, о чем говоришь, что это должно пропариваться. Совершенно верно. Вот я, смотрите, что сейчас делаю. Вот. И я отправляю вот с этой самой ржаной мукой, молочком. Я потом положу немножко, в самый конец, в конце приготовления я положу лавровый листик. Можно его не класть. Но мне кажется, что вот такая овощная, она хорошо сыграет с лавровым листиком. Здесь, кстати, вот что меня... сподвигло. Во французской кухне есть известный соус бешамель, который мука, ну, белый соус традиционный. Мука, масло, естественно, сливочное молоко. И, как правило, всегда в бешамель кладется лавровый лист и щепотку мускатного ореха. Лавровый лист в России известен был давно. Ну, это невелика сложность была привезти откуда-нибудь, так сказать, там с какого-то Причерноморья, довести до сюда этот лавровый лист. Поэтому он в России любим был, и даже там в оранжереях высаживался. Специально ради таких целей. Вот молочный соус, молочная подлива, загущенная мукой, очень хорошо сочетается с ароматом лаврового листа. Отлично. И вот я, поэтому я считаю, что нужно добавить будет. Мы крышкой не закрываем? Нет, не надо ничего закрывать. Как раз у нас должно... Почему не закрываем крышкой? Потому что у нас сейчас начнется кипение. Вот мы, я прямо на угле поставлю. Вот я очень переживаю. А молоко не может вскипеть? И вот... Нет. Ну, когда же мы топленое молоко делаем, оно и вскипает. Я не знаю. У нас дело в чем. Дело в том, что, дорогие друзья, вот это очень важно. Если мы ставим на плите, на плиту молоко кипятиться, то у нас нагрев идет снизу. И у нас идет вот это самое выкипание. Если мы ставим чугунок с молоком в русскую печь, то у нас за счет излучения со свода, у нас вот эта карамелизация, то есть нагрев такой параллельный снизу, сверху, еще и карамелизация, образование сразу пенки, это которое препятствует вот этому самому выкипанию, кипению и убеганию молока. Да? Горшочек вари, как говорили в старых русских сказках. Там еще немножко осталось звездочек таких немножко. Так вот я так обкладываю тут остатками угля. Угольков, да. Да. Ну, в смысле, угольков. От прогоревших дров. Да. Закрываю. Где-то примерно, я так подозреваю, что минут через 10 начнется кипение. И минут через 20 с начала кипения у нас наша вот эта вот... Пареная в молоке репа. Пареная репа, морковь, лук и вот это все вместе должно быть готово. Я тогда положу лавровый лист туда. Я положу туда раздавленный чесночок и еще подержу 3-4 минуты, не более того. Так, а если, например, Олег соберется готовить это в духовке? Ну, при 200 сколько? То, ничего страшного. Кипяченым молочком? Не надо, да. Ну, довести до кипения, и дальше можно понизить температуру, там, скажем, градусов до 160. Вполне достаточно. И тоже... У нас нужно вот это сочетание, понимаете, в чем дело? Вот чем хороша, опять же, русская печь? Нам нужно сочетание кипения снизу и запекание, вот, которые выходят за подливу вот эти кусочки. Они должны заклироваться, запечься, а снизу должно быть вот это самое кипение, которое паром обдает, и все это вместе. Вот в чем дело. Звучит очень вкусно. Осталось подождать совсем чуть-чуть. Подождем. Проще пареной репы, говорят в разных ситуациях, когда, например, думают про какое-то очень легкое дело. Действительно оказалось легко, но парили мы ее сегодня в молоке. Вот, молоке. И это оказалось... И с другими, еще с добавками морковки, да, вот это все. Вот, но я хочу, чтобы вы попробовали, потому что вот в молоке, на самом деле, пареная репа, она все-таки другого вкуса имеет, не так, как в воде, другой вкус имеет. Но, по-моему, это вкусно. Ну, по меньшей мере, красиво, согласись. Она смотрится, как будто тыковка. А если еще там, скажем, петрушки, мы не будем сейчас. Так, петрушки, да, ну вот... И видите, вот еще что важно, сверху вот она подпеклась. Вот это вот... Такой вот корочка такая красивая появилась. Это вот то, что надо нам. Ух, какая же вкуснятина. Интересно, что молоко у нас вот фактически все, оно пропитало наши овощи. Да, да, и осталась такая вот легенькая сыворотка, такая немного осталась. Сыворотка из-под просто кваши. А из-под молока? Остатки молока. Овощной сок даже такой, знаешь? Это овощной сок. Так это и есть овощной сок, да. Пахнет фантастически. Очень хочу попробовать пареную репу. С морковкой. Так. Ожидаемо? Неожидаемо совсем. Вы знаете, какой интересный момент? Вкус репы уходит практически на 98%. Но чуть-чуть ее можно различить. Чуть-чуть, но если ты не знаешь, что это репа, да. Вот пойди угадай, что это она. Как? Вот понимаешь, на протяжении многих веков репа была вот одним из таких самых главных русских продуктов. И я понимаю, почему. Во-первых, она очень хорошо растет. Вот ее она практически не требует, ну, там, прополоть, там, рассадить вначале, когда вот начал прорастать, так, чтобы дать свободу. Не мешал друг Хотя они даже и кучно растут очень хорошо. И при этом, ну, действительно питал наш народ на протяжении многих веков. Пока вот картошка, к сожалению, к концу 19 века, на мой взгляд, картошка гораздо более безвкусная. Да. То есть не гораздо более, а просто она по сравнению с репой она безвкусная. Она сытная, да, но безвкусная практически. Такой масса. Нет, ну бывает картошка вкусная, конечно, можно приготовить вкусную, но... Но репа, она абсолютно прозрачная. Такой вот желтый прозрачный кусочек. Вкуснятина? Конечно, чем свежее, тем вкуснее. Но и зимняя репа тоже можно так же вкусно приготовить. Друзья, обязательно экспериментируйте. Я уверена, что вот такого рода рагу овощное, не побоюсь этого слова, можно готовить с любыми овощами, с любыми корнеплодами. Молоко, топленое масло, соль, перец. И у вас великолепное блюдо. Максим Павлович, спасибо большое, что ты сегодня нам открыл эту репу с разных сторон. Не только как закуску, как заедку, как мы сегодня уже с Олегом оценили, но и как полноценное, горячее, основное, очень сытное блюдо. Я надеюсь, что берете на заметку репу. И петровская была хороша, и гибридная нам очень сильно понравилась. Поэтому... Мне, кстати, петровская больше даже понравилась. Мне петровская больше нравится. Тогда гибридная моя. Спасибо большое, дорогие друзья. Спасибо, Максим. Спасибо. Приятного аппетита и готовьте вместе с нами. Пареная репа. Репу очистить от кожицы, нарезать кусочками, сложить в чугунок, добавить туда нарезанную кружочками морковь, лук и посолить, после чего залить неполным стаканом молока. В оставшемся молоке развести столовую ложку ржаной муки и вылить в чугунок. Отправить горшок в печку на 20 минут. В конце готовки добавить раздавленный чеснок и лавровый лист и подержать в печке еще пару минут. Итак, уровень пареной репы нами пройден. Время двигаться вперед и осваивать новые, старые русские рецепты. Но от принципа обходиться теми продуктами, что собраны своими руками, мы сегодня не отходим ни на шаг. Вы знаете, когда пробираешься через такие луга, даже хочется песню какую-нибудь спеть. Про широкое русское поле. Болотца. Хвастаемся уловом, который нам сегодня достался. Лисички свежайшие. И брусника. Брусника, красиво рассыпанная по всему лесу. Друзья, мы на заимке у Максима Павловича. Вот здесь, в этих лесах. Красота. Водятся кабаны, лоси, лисы, зайцы. Косули. Прости, пожалуйста. Нет, лисы, зайцы тоже будут. И растут вот такие вот замечательные грибы и ягоды. Да. Поэтому из всего этого прямо сейчас в русской печке будем готовить. Никаких магазинов, только натуральное хозяйство. Все, как мы любим. Настоящий русский обед. Хочу похвастаться, сколько лисичек у нас сегодня на столе. И знаете, откуда они взялись? Да и не только лисичек. Да, и не лисичек, посмотрите. Еще у нас вот по такому позднему времени два подберезовичка. Это подберезовики попались, такие хорошие в березовом лесочке. Ну и лисички, чудесные грибы, которые моя бабушка, например, очень любила жарить. Даже не отваривала. Нет, ну лисички, конечно, прекрасные грибы. Немножко стыдновато. В здешних лесах, конечно, хвастаться таким грибным урожаем, потому что здесь должно быть еще где-то, дюжина боровиков хороших. Так сколько времени у нас было на сбор, понимаешь? Рыжики там, день ходили. Забежать в лес, быстренько по карманам собрать то, что там есть, конечно, этого достаточно. Но в следующий раз, конечно, мы приготовим нечто из ряда вон выходящее абсолютно. Мы сегодня приготовим без квашеной капусты, без огурчиков. У нас будет солянка из грибов. Грибы, капуста, лук и все. Растительное масло, черный перец, соль. Более ничего. У нас солянка, она вот идет по технологии как? То есть мы сначала с тобой что сейчас должны сделать? Мы сейчас сначала обжариваем лук, потом обжариваем грибы, потом добавляем туда мелко шинкованную, белокочанную, в данном случае, капусту, и все это утушиваем на сковородке, вот на угольках. Стоит такая замечательная жаровня, чугунная, я ее очень люблю, это вот такую вот, я как-то давненько приобрел, и она мне очень нравится, абсолютно универсальная такая, для чего угодно, можно рыбку пожарить, мясо пожарить, или что-то еще. Мощная. Да. Давайте начнем с лука, как всегда, и растительного масла, которое я добавим на жаровню. Ну что, раздавай задание, Максим Павлович. Я довольно так крупно нарежу лук, такими вот полукольцами. Задание, давайте, если не трудно, то давайте грибы измельчим, тоже примерно вот такими, как лук. Нет, давай уж я тогда, может, капусту. Давай. Единственное, что... Для капусты нужен хороший нож. Что-то я смотрю, у вас разморил селигерский воздух, как-то вы не очень активны сегодня. Ты хочешь, вот нам половинки к чана хватит или целиком ты хочешь? Ну давайте целиком еще, давайте 3/4 вот так, ни вашим, ни нашим. Нет, давай я большим ножом это сделаю. Давай. Лучше давайте вот грибами займитесь все-таки. А я тогда съем кочерышку, пока вы... А ты ешь кочерышку. Мы занимаемся. Пока вы рубите. Это моя болезнь до сих пор, кочерышки. Я знаю, что там собираются всякое, говорят... Нитратная история, если они хотя бы есть. Ой, да кто только чего не говорит. Ты любишь кочерышку? Да, я с удовольствием съем вот это. Грибы. Грибы, смотри, если мы с тобой начинаем с лука, то грибы мы должны отваривать? Нет. У нас вообще мы ничего здесь не отвариваем. Вообще грибы отваривают перед обжаркой. Это какая-то совершенно страшная, неправильная, неграмотная. Я оскорбительное для грибов действие. Потому что боятся ядовитых. Абсолютно не понимаю, зачем это. Я не знаю, вот лисички. Вот вы знаете, например, что ортодоксальные иудеи из всех грибов едят только лисички. Да. И знаете почему? Потому что в лисичках никогда не бывает, лисички не бывают червивыми. Да. А для них это важно. По кашруту, по правилам кашрута, да, они не должны быть с насекомыми. Ну что, я режу грибы. Да, займись грибами. Вот вопрос. А вот есть, например... Как их резать, кстати? А вот давай покажу. Нет, не надо очень мелко. Вот я делаю так обычно. Вот делаю лисички, по крайней мере. Вот как бы вдоль, так чтобы и немножко лучше ножки... избавляться от ножек. Жестковато? Нет, в ножках нет ни вкуса, ни аромата особо. И дальше, можно вот так порезать, например, вот такими дольками, чтобы было видно, что это гриб. Крупные грибы лучше не обжаривать крупными кусками, потому что хитин, который в них содержится, он довольно так с трудом жуется. Ну, в общем, да. Слушайте, вот, а ведь хитин – это то, что входит в состав крылышек насекомых. Совершенно верно. А ты знаешь, именно поэтому, кстати, по современной классификации живых существ, ты знаешь, что грибы не относятся ни к животным, ни к растениям. Ничего себе. Очень интересная вещь, потому что, с одной стороны, вроде это понятно, что это не животное, с другой стороны, у них клеточная стенка состоит не из целлюлозы, как у растений, а из хитина, как у животных. Чудо. Ну вот, и поэтому вот долгое время не могли определить, куда они все-таки относятся, и решили сделать отдельное царство. Вот, животные, грибы. Растения и грибы. Ну вот поэтому грибы, наверное, обладают такой высокой питательной ценностью, да? Потому особо, что знаешь, вот не надо преувеличивать питательную ценность грибов. Я почему-то думаю, что там вот белок, говорят, белый гриб. Ну, в белом грибе довольно много белка, и в рыжике очень много белка. Почему, кстати, рыжик так часто бывает червивым. А в таких грибах, как лисички, как раз там уж прямо сказали, что питательная ценность какая-то особая. Знаете как, моя бабушка говорила: гриб да огурец, брюхи не жилец. Еще про арбуз мне, помню, бабуль говорила много. Вот это все истории. Ну, значит, в любом случае, те, кто придерживается такого сбалансированного диетического питания, грибы – это то, что надо, чем надо пользоваться, то, что надо есть. Хотя, мне кажется, Максим Павлович, грибы с картошечкой жареной, так сказать, блюдо не вполне себе диетическое. Нет, ну, с картошкой, конечно, да. Тут, как один мой знакомый говорит, больше всего витаминов содержится в макаронах с тушенкой. Слушай, а как же вот так вот, я сейчас подумала. Ведь почему-то считается, что с грибы с картошкой это прям вот русское блюдо. Нет. Ну, смотри, картошка, в принципе, никакой особой истории русской не имеет. Но действительно, за последние десятилетия, да, это стало очень такой популярной, это вкусно, безусловно, да. Но вот если говорить про традиционную русскую кухню, то это скорее грибная лапша. Мы готовили как-то с вами. Да, это, безусловно, похлебки грибные, вот это вот все. А если нам, например, добавить вот в эту компанию вот этот маховичок, например, обязательно. Чем больше грибов, вот маленькие подберезовички. Я могу сказать такую вещь. Вот, дорогие друзья, красивые они, конечно. Послушайте совета. Хотите прислушивайтесь, хотите не прислушивайтесь, но я думаю, что очень многие со мной согласятся сразу и без долгих разъяснений. Не надо, это не надо. Для посола, когда мы солим грибы, то грибы лучше солить одного сорта, одного вида. То есть отдельно рыжики солим, отдельно грузди белые, отдельно волнушки, предположим, отдельно горькушки. Вот тогда они вкуснее получаются, лучше получается. Когда мы жарим грибы, то чем больше видов грибов у нас на сковородке находится на одной, вот во время обжарки, тем вкуснее, чем богаче вкус получается. Вот там, где и беленькие, и те же рыжики, и сыроежки есть, и лисички, подосиновики, подберезки. Вот все грибы, которые мы любим. Я сейчас вот что сделаю. Я сейчас вот этот обжариваемый лук подсолю. Как я это обычно делаю во время обжарки. Он быстрее даст сок, быстрее этот сок испарится. И останется вот концентрированный, незамутненный такой аромат и вкус жареного лука, который мы так любим с вами. А лук у нас уже обжарился. Как это все красиво выглядит. Да. Грибочки, лук, вот эти вот огонек, который полыхает, пот, яркие горящие угли. Это очень эффектно смотрится. Главное, гораздо приятнее, чем на плите готовить. Ну, знаешь, когда перед тобой вот такая водная гладь, и можно посмотреть куда угодно. Мы вот, может быть, покажем потом. Вот там вот прям по дальнему плану плавают утки. Причем они до того, как солнце уходило, они плавали поодиночке, а сейчас не кучкуются и разговаривают. Поэтому если вы слышите на заднем плане вот это... Можно я со своим обычным занудством выступлю? Это не утки. Это птица, которая называется чомга или поганка. Это не утки. Это поганки. Вот если грибы у нас сегодня хорошие, а птицы вокруг плавают поганки, хотя я не знаю, почему бедную птицу так обозвали. Она очень красивая, невероятно красивая. У нее как будто хохолок такой на голове, значит, такой какой-то. Это не утки как раз. Ну, а говоря, вот я не пробовал сам, но говорят, что абсолютно несъедобное мясо у них. Несъедобное? Да, потому что они питаются рыбой, исключительно рыбой притом. И, в общем, пахнут рыбой, а когда птицы пахнут рыбой, то китайцы любят. Кстати, мы сегодня пришлись ко двору, поэтому у нас сегодня с вами, друзья, есть и хорошие грибы, и поганки. Вот там вот. Поганки на фоне. На фоне всего. И комары сегодня тоже, кстати, есть. И они практически подлетают уже. Ну, вы же прям хотите, чтобы без комаров еще было. Ну да. Когда приезжаешь на Селигер, кажется, что... Комары какие-то прям огромные. У нас здесь все такое не слабое. Комар Василий. Дорогие друзья, можно я, с вашего позволения, расскажу немножко про секрет обжаривания грибов? На мой взгляд, это очень важно. Олег, можно тебя просить? Вот немножко дорежь вот тогда вот эту половинку, да? Это очень важно. Я делаю это за тебя. Когда мы на сковородке обжариваем грибы, то они на каком-то этапе начинают очень бурно выделять сок грибной. И вот если этого сока будет такой избыток на сковородке у нас, то они у нас не прожарятся, а протушатся, проварятся. Нам этого ни в коем случае нельзя допускать. Нам нужно, чтобы грибы именно обжарились. Поэтому, если у вас этот сок, если сковородка, скажем, маленькая, или много сока выступает, а грибы, они как губка впитывают воду, поэтому вот они сочные по определению по своему. Нам нужно от этого сока на каком-то этапе избавиться. Можно просто ложкой убрать его или куда-нибудь слить. Какой-нибудь стаканчик, там, кастрюльку отдельную, мисочку. Слили, обжарили грибы, и после этого снова туда, чтобы вот этот аромат леса, потрясающий грибной аромат, не потерять, заливаем обратно грибы. Не знаю, как ты, Олег, в своем вот, восприятии. Для меня всегда солянка из квашеной капусты. Это было какое-то очень тяжелое блюдо, потому что нам его часто давали в детском саду с сосисками. Извините. А я не был в детском саду. А я очень люблю. Я не помню, чтобы в детском саду детские заготовки, да, не помню, чтобы были солянка с сосисками. Она была кислой. И вот я всегда опасалась, что если ты готовишь из квашеной капусты, помнишь, как мы с тобой выяснили, что приварок делается, томится несколько, да, некоторое время в духовке, чтобы кислота ушла. 3-4 часа может томиться. Вот здесь та же самая история с солянкой из квашеной капусты. Из свежей? Из кислой. Да, конечно. Лучше нет. Я готовлю солянку на сковороде всегда из... такой же вот этого, из этого капустного приварка, из которого я готовлю. Я думаю, еще зависит от качества этой кислой капусты, потому что, скорее всего, в детском саду у вас там была какая-нибудь уксусная капуста, вот которая была действительно кислая. Вот только сейчас я понимаю, что та солянка была неправильная, потому что вот кислоты быть было не должно. Это должно было постоять какое-то время в духовке, в печке, где угодно. Вот эта кислота должна была уйти. И вот после того, как мы это вот поняли, как это готовится, все, я запускаю остается капусту. Настоящий тонкий аромат квашеной капусты. Никакой кислоты, как и, собственно, и в кислых щах. Да, Максим, как ты думаешь, это такое простое народное блюдо? Конечно. Или его подавали где-нибудь? Нет, абсолютно простое, простейшее, деревенское, крестьянское. Капуста растет, ну, на русском огороде, на каждом капуста, безусловно, росла. Обязательно. И потому что, ну, как без капусты, без запаса квашеной капусты, например, обходиться русскому крестьянину невозможно было. Ну вот, поэтому, разумеется, а грибы, ну что, пошел грибов набрал, луковицу взял и приготовил, вот это все замечательно вкусно. Конечно, готовили реже на открытом огне, чаще в русской печи, ну вот, но... Сейчас вот, когда мы здесь находимся, на таком открытом воздухе, рядом с озером прекрасным, то грех, конечно, не воспользоваться возможностью приготовить на открытом огне. Сейчас мы доливаем еще масло или уже все? Вы знаете, я немножко долью, потому что у нас масло вот здесь, в этом в грибном, а мне хочется сделать, заколеровать капусту, ну, сделать немножко посытнее блюдо. То есть перед тушением мы все равно ее обжариваем? Да, конечно, конечно. У нас здесь сейчас уже сложно сказать. Это уже такое тушение попеременное с обжариванием идет. Можно добавить, например, водички даже, или бульона какого-то там овощного, но это уже будет не... Лучше пускай в собственном соку протушится. Я, кстати, капусту прямо сейчас подсолю. Ну, вот этот грибной бульончик мы еще добавим в конце, да? Обязательно, обязательно, обязательно. Сейчас надо заклировать капусту. И после этого добавляем бульон. Вот сейчас я как раз произвожу вот этот очень важный момент. Я ту воду, которую я отливал... С двумя фракциями, смотри, да? А что? С двумя фракциями. Она, да, немножко отскочила вот жир, который... Ну, он такой эмульсия получилась внизу и внизу. Чистый сок уже. Я и то, и другое выливаю. Добавляю немножко воды. Вот мне кажется, что на каком-то этапе, когда решили солянку делать более сочной, начали добавлять больше воды или бульона, она как раз из категории блюд таких томленых, тушеных, обжаренных на сковородке превратилась в первое блюдо, как бы мы сейчас сказали, и закрываю крышкой. А давайте, когда это все приготовится, мы пойдем с вами пробовать это все на озеро. Да, давайте. Воды. Давайте. Там комаров побольше. И погано. Ждем. Класс, вот это ужин, вот прям на свежем воздухе, да? Вот я всегда мечтала, чтобы было вот так. Супер, да? Поганки плавают, моторочка идет где-то там. Вот. Поганки – это птица, а не гриб. В данном случае, по крайней мере. Лисички в тарелке, поганки на воде. Мне кажется, сегодняшний ужин состоялся. Очень вкусно. И луна-то какая. Небесная лампада, которой посвящали мы прогулки средь вечерней тьмы и слезы тайных мук. Да, с Пушкина. Это очень вкусно. Сколько я не готовила солянок, но вот почему-то именно это удивительно вкусно. Может быть, потому что она на природе, может, на свежем воздухе. Максим Павлович, в чем наш секрет в этот раз? Холодало. Ну и повар не самый плохого сегодня. Хорошо, что утеплились, да? Повара хорошего нашли. Нам сегодня повезло, потому что Олег с тобой. Да? Потрясающе ароматная. Я, например, не чувствую в ней капусты, то есть она не доминирует. Вот такой чувствуется, но не доминирует. Ну вот это такой. Конечно. Знаешь, все в меру здесь, все на своих местах. А главное, свежие лесные грибы. Ведь это абсолютно уникальный какой-то продукт, который, ну, понятно, что там выращивают, там шампиньоны, всякие вешенки, еще остальное, но прелесть вот этого русского сбора грибов, который, кстати сказать, мало где вообще еще повторяется. Да. Вот, там те же самые пины, они вот лисички собирают, остальные грибы они как не очень признают. Там, мне рассказывали про норвежцев, которые в ужас приходят от сознания того, что можно в лесу грибок сорвать и съесть его. Ну, я уж не говорю там про прочие народы, которые... Нет, ну кто-то, да, вот есть, там, например, в Америке там целое общество, сообщество, ну, в смысле, в Соединенных Штатах, да, любители лесных грибов. Да, напомню. Кстати, вы знаете, как меню... европейских ресторанов, например, называются вот лесные именно грибы. Нет, дикие. Вот, вообще не дикие, wild, ну, нет, именно season. Wild mushrooms. Season mushrooms. То есть сезонное, то есть то, что вот как-то вот сейчас выросло, завтра уже не будет этого. Да, правильно, мне кажется. И у нас интерес этой солянки в том, что грибов было, это все комары, грибов было очень много. То есть мы могли бы положить капусты больше, но сознательно сделали именно так. Поэтому вкус грибов здесь доминирует в этой солянке. Попробуйте сделать так же. Это очень вкусно. Да, это прекрасно. Максим Павлович, спасибо большое. Спасибо, Максим. Спасибо, дорогие друзья, за прекрасную компанию, за великолепный разговор. И вот за то незабываемое, вот эти минуты, действительно незабываемые, которые то, что вот вспоминается потом годами, берег озера. Удивительная погода, удивительная луна. Вот эта атмосфера, которая в прямом смысле, которая здесь вокруг находится, вот этот чистый воздух. Ну, комары, которые тоже придают определенный шарм. Да, шарм. А если бы их не было, было бы все идеально. Ведь нет же. И опять же, об этом тоже Пушкин писал. Что, комары, мухи. Он, правда, про очень писал. Да. Вот на этой поэтической ноте, друзья, мы вас в этот момент покинем и, пожалуй, доедим свою вкуснейшую грибную солянку. А я уже все. Значит, надо добавки брать. Надо. Пойдем, я тебе подложу еще. Пошли. Грибная солянка. Грибы промыть и почистить. Лук нарубить полукольцами и обжарить в масле до золота. Добавить туда нарезанные грибы и тоже обжарить. Если при этом образуется много жидкости, ее нужно слить и позже добавить в солянку. Следом отправить в сковородку шинкованную капусту, обжарить ее до легкого золота. После чего влить в сковородку полстакана воды или, если остался, бульон от грибов. Подсолить и тушить все до мягкости капусты под крышкой. Теплая беседа, интересные рассказы, друзья, которых понимаешь с полуслова, да, собственно, ничего больше и не нужно. Но если при этом тебя окружает удивительная природа, ты стоишь на берегу прекрасного озера и дышишь чистейшим воздухом, это, друзья, особенные моменты. А уж если вдобавок тебя подчуют грибной, с пылу, жару, солянкой, то ты вовсе чувствуешь себя королем. Вот бывают же дни, когда можно робко позавидовать самому себе. И сегодняшний день был как раз одним из них.